селе Шабановском прошла встреча с активными и неравнодушными жителями поселения. Глава администрации Юрий Баранов отчитался о проделанной за первое полугодие работе. Помимо благоустройства, грейдирования дорог и наведения санитарного порядка, начали решать самую главную проблему поселения. Благодаря усилиям главы района Андрея Владимировича Дорошевского, вашему поселению была выделена помощь от Афипского нефтеперерабатывающего завода для чего? А завод и схем газоснабжения. То есть мы сделали, можно сказать, первый шаг для того, чтобы начать газификацию села. После доклада главы поселения каждый житель мог обратиться с вопросом к районным и местным представителям власти. Первый из них – закрытая почта. На вакансию с маленькой зарплатой не могут найти сотрудника. А пока квитанции и пенсию привозит по договоренности почтальон. Почтальон с Хамахип приезжает сюда и выдает 3 раза в неделю. То есть это график, он есть. Немало нареканий у жителей и к качеству электроснабжения. От опоры номер 10 до опоры номер 12 ворвано 2 фазы. Заявку оставляли еще в понедельник. 2 фазы оборвано, то есть во время снега оборвало 2 фазы и под всю улицу подключили на 1 фазу. То есть она очень сильно просаживается. Я готов с вами, давайте пройдемте, посмотрим. И в принципе, в ближайшее время мы к вам приедем, мы как бы восстановим этот обрыв. Заместитель главы района Марина Чернова поблагодарила жителей за неравнодушие к проблемам родного села и заверила, что каждое обращение взято на контроль.